Так, всем здорово, с вами Серега, и, в общем-то, сегодня поиграю с всеми любимым и давно забытым Крис Супер В, ну или Вектор, как так называется он. И, в общем-то, я сегодня как начал с ним играть, я просто охренел. Его отдача. Ее нет. Там в каком-то обновлении ему просто ее сделали меньше. Ну, там был какой-то небольшой фикс, и ему практически полностью вернули его старую отдачу. Ну, у меня еще боевые перчаточки одеты, теперь жмется на ближних и средних дистанциях ровно в точку. Ну, по крайней мере, первые 20 пуль точно. Ну, вы сами сейчас увидите все. Блин, мне теперь только с ним играть и хочется. Сначала они вводят на него скин такой красивенький. И в такой момент добавляют ему новую отдачу, чтобы сразу все заметили. Неплохо. У нас уже четверочка серия. Ой-о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 й
Кого-нибудь откикать. Я не хочу никого кикать. Я за честность. Справедливость. Только против нас... А, то есть у нас ромбиков много. Вот мы сейчас будем слева, скорее всего, лучше кикать. Возможно, скоро стримчик опять замучу. А... Так, сейчас бомжану чуть-чуть. Не знаю почему, но мне что-то с кольтом поиграть хочется, пистолет такой прям. Но, если честно, я ласку пересмотрел и... Просто хочется с ним играть. Так бывает, бежишь, бежишь, бежишь. Бац, и... Мозголомчика с него сделал. Да, это было пару боев назад. Блин, ну реально, Крис теперь просто имба. Выносит все. Не знаю, зачем я взял колесо. Ох, вообще шикарный минус дал. Мы убили мазафак. Блин. Еще что-то заметил, Warface почему-то перестал лагать. У меня сейчас на пиратском Warface столько всего интересного происходит, жаль, это снимать сейчас не могу. Не, ну если хотите, чтобы я снимал, комментарии, лайки. Будет видео по пиратскому Warface, но не в лучшем качестве. Постараюсь, но снимать видео на нем просто античитинг. Я могу так записывать ту программу, которая встроена в Windows 10 для... записи игр в оконном режиме. Кому интересно, тоже лайк, там комментарии, я могу это все показать. И пока что мы не тащим. Как всегда, мой любимый ангарчик. Правда, я сейчас все время гонял бункера. Мне эта карта тоже очень нравится. Вообще круто.
Вот. Почему мне нравится пистолет. Чувак аж охренел, как я хэдшот поставил. В общем, любители, или, по крайней мере, те, кто любил эту пушку, радуйтесь на нее и скины, и отдача. Еще не знаю, может быть, ей скорострел вернут ее прежней. Пушка реально вот теперь достойная. То, что ДЛК-1 и АК-9 стреляли в точку, хотя это не раритетное оружие, но у Криса была такая говенная отдача. И все-таки это поправили в лучшую сторону. Дождались. Блин. Какой же он крутой. Буду только пока что с ним играть. Да, еще просили, почему нет видео на русском Warface. Вот, пожалуйста. Я говорю, я играю на пиратском Warface, у меня там все устраивает. Ну, точнее, на приватном Warface. Блин. Мне кажется, мы не затащим. Хотя... должны затащить. У меня вроде не нубы в команде. Упс. Блин. Конечно, без боевых перчаточек. Он... ну, в принципе, такой же будет. Ох, я зарандомил, как голову-то ему. Я играл и без них. Разницы почти что нет. Также сейчас еще надо будет поиграть с калашом. Давно с ним не играл. Блин. Жалко, я не сваншотил его. Я уже думал, сейчас что-нибудь такое... кушачочек будет или еще что-нибудь. Так, у меня немножко залагало. Хотя нет, мне кажется, мы затащим. Блин, моя любимая эмочка. Что? Ладно. Нет, мы уже не затащим. Мне кажется, или чувак подрубил. Он так жестко выносить стал. Да, давай еще жалобу кину. Играю я с разных аккаунтов, потому что мой основной аккаунт забанили. Потом сделал отдельное видео, откуда у меня такие аккаунты. Ох, вообще фазум. Вот это я раздал сейчас. Это, в общем-то, один из моих твиночков. У меня просто куча было аккаунтов на флешке. Нашел один.
Схожу частенько на него. Он у меня был забанен за беспрецедник, а всего-то надо было на него закинуть 100 рублей. И если получится, я еще восстановлю еще один аккаунт. Там у меня, по-моему, 3 ежа, мне кажется, взломали. В общем, ладно, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Серега, ну и всем пока.